Подозреваемый в похищении Гончаренко пробудет в СИЗО 60 дней. Апелляцию со стороны обвиняемого Кушнарева суд отклонил. Защита подозреваемого просила о круглосуточном домашнем аресте для Кушнарева, ссылаясь на состояние его здоровья. Также адвокаты обвиняемого заявляют, что Кушнарева спровоцировали подставные лица. Защита считает, похищение Гончаренко – это спланированная пиар-акция нардепа. В свою очередь, по словам обвинителя, документов, подтверждающих проблемы Кушнарева со здоровьем, нет. А содержание в СИЗО, по мнению прокуратуры, предотвратит возможный побег подозреваемого. Будь-яких конкретних ні медичних документів, ні будь-яких даних не було надано щодо стану здоров'я, який критично може впливати на перебування в установі виконання покарань номер 21, тобто СІЗО, де він перебуває на даний час. Ризики, які були наявні під час розгляду судом першої інстанції, були підтверджені. Все, що мені дорого і свято, сім'я. Жена, невестка, дочка, внуки, могила сына, близкие друзья, да и место на кладбище находится здесь. Бежать мне некуда и незачем.